Ну что ж, друзья, всем привет! С вами снова Катя и... О, господи! Мы начинаем прохождение игры Ori and the Will of Wisps. Я подумать не могла, что выйдет вторая часть этой прекрасной игры. Как вы помните, Ori and the Blind Forest мы когда-то, черт знает когда, проходили на канале. Я тогда играла на старом ноутбуке, который безумно грелся, и поэтому игра у меня дичайше лагала. А теперь я хотя бы могу оценить игру так, как она и должна быть. Гнездо ласточки тем временем. Какое счастечко вернуться в эту игру, господи боже мой. О, Гума! Боже, я даже помню персонажей, как их зовут. Это у нас Гума. Это паук, у которого мы водную эссенцию когда-то пытались достать. Он ее стырил. Мы всегда будем помнить рассвет. Когда в небель вновь пришла жизнь. О, господи, Нару! А, там же ж... Точно, по трейлерам же. Ну да. Одна единственная совушка Кура. Вроде бы, да? Господи, какой шладенький. Мы назвали ее крошкой Ку. Господи, мой мимиметр сейчас нахрен сломается. Господи. Гума-гума-гума-гу. Так, он птичку стебрил. Так, Ори. Пора вставать. Давай, потягушки. И пошли посмотрим. Никаких способностей из первой части у нас не осталось, к сожалению. Да ладно. Да не бойся, ты чего? Ты же совушка. У тебя это в крови. О, господи, какая же милота прекрасная. А ей фруктики-то и не нравятся, судя по всему. О! А червячки-то ей вполне нормально. Мне кажется, что Ку это девочка. Вскоре небо воззвало к ней. Ну да, девочка. Но я не помню, почему у нее правое крыло такое слегка неразвитое. Услышали это и Нару с Гумо. Ну да, она не может нормально летать из-за своего пера... Ой, из-за своего правого крыла.
Ну, надо пойти поговорить. Господи, как красиво-то, боже. Игра стала намного красивее первой части. Это просто что-то невероятное. Тюш мой пряник. Ответ пришел из прошлого. Да? Может, не стоит ее бросать? Ну ладно. Из прошлого? Что ты имеешь в виду? Последний подарок матери. Это матери в смысле Кура? Ну начинается. Ой, нет, ну как же так? Ну ты серьезно, что ли? О, боже. Мои извечные проблемы с управлением начинаются, ребята. Перо Кура. Вы освоили новое умение. Нажмите РТ, находясь в воздухе, чтобы парить или перемещаться по воздушным потокам. Лапонька, а у меня для тебя подарочек есть. Да, это тебе. Точно, мы же с помощью этого пера в первой части перелетали всякое. Вот нам вот это перо пришпандорить вот сюда. О! Нормально. Ой, вы серьезно? Вместе? На новых крыльях. Офигеть. Я куда-то не допрыгнула. До неба был лишь шаг. Нет, нет, нет. Звук что-то подлагивает слегка.
так? Что не так? Все не могло быть так прекрасно. Но, боже, эта катсцена так прекрасна. И эта музыка. Музыка просто бесподобна. Так началась история разлученных бурей. Обалдеть, Господи Боже. У меня такие мурашки по спине, Господи. Тут такая музыка, я не могу. Ой, простите. О, новые живности. Кисики? Белочки? Курлы-курлы это голуби. Да, что-то звук вообще не алё слегка. Но я думаю, что это не сильно красично. Но то, что мы оказались хрен пойми где, это нехорошо. Чернильные топи тем временем. Я не знаю, куда идти. О, там вижу плюшку. А я, наверное, не допрыгну. Наверное, мне нужен двойной прыжок сейчас. Пошли попробуем сходить. Так, а вот как попасть вот сюда? Наверное, где-нибудь. Так, как у нас карта открывается? Ага. Ага. О, они даже показывают последний этот самый маршрут. Прикольно. Но управление вроде осталось пока то же самое. Так, это у нас лечилка, это мне пока не надо. Так, здравствуйте. Малый сосуд с духовным светом. За духовный свет можно выменить у знакомых что-нибудь интересное или улучшить осколки духов. О, прикольно, тут обмен появился. Вот это уже что-то интересное. И там вот что-то есть. Что это такое? Вон, видите, вот это вот сверху синяя блестящая штучка. Пока непонятно, что это такое, мы туда не можем дотянуться. Мама родная! Ну и... А мне сюда не пролезть. А мне нужен двойной прыжок. А здесь мне нужен прыжок, как таковой. Ну понятно, начинаю учиться всему заново. Так, еще один сосуд с духовным светом. Я так понимаю, что мы прокачаться сможем, как всегда это и было, при ближайшем сохранении, либо в колодце, либо в колодце. Так, а что у нас здесь? Нет, сюда, наверное, нет смысла пока лезть, поскольку у нас нет прыжка. А, что это означает? Пока я не могу понять... Нет, я не вижу, что там написано. Это какой-то вот местный язык здесь. Так. Здравствуйте. А здесь никого нет. А куда мне надо? А тут чье-то жилище, похоже. Значит, мне, скорее всего, куда-то вниз пока еще топать. О! Нажмите X, чтобы подобрать факел. Спасибо. А он точно мне нужен, этот факел? Я не уверена, что это тоже хорошая идея. О! У-у-у! Я могу драться факелом. Я надеюсь, что факел не потухнет. За духовный свет можно выменить, да. Это я уже услышала. Так, у меня есть атака. Это прекрасно. Так, мне нужно два каменных ключа. Окей. Okay.
Он огурит. Так. Ага. Тяжело, когда сферки сами не собираются. Так, отлично. Это кто? Нажмите X, чтобы поговорить с током. Чирик, а ты что такое? Явно не Мотя. Ты ведь вообще не из Нивена, да? Я много где побывал, но таких, как ты, ни разу не видел. Ты с другого берега? В общем, я Ток, путешественник. Странствую в этих краях, но только там, где все не так плохо. Сейчас пытаюсь укрыться от бури, но если ты хочешь идти дальше, то тебе через врата духов на востоке. Чтобы их открыть, нужно два каменных ключа. Вот таких. А вон в той пещере как раз есть второй. Вот только, чтобы его оттуда достать, нужен кто-нибудь половчее меня. Что скажешь? Так, найдите каменный ключ. Где? Ага. Хорошо. Найдите, разыщите каменный ключ в пещере, у которой встретили Токка, и он отдаст вам свой ключ. Огонь! Договорились. Слушайте, выглядит прикольно. Он еще, видите, да, его фигурка реагирует на нас, он поворачивается к нам. Блин, это прекрасно. Раньше такого не было. Так. Я тебе сейчас не даю. Нет. Гори, моя звезда. Так, а ведь можно пойти вниз. А что у нас внизу? Внизу у нас хилонька. О, спасибо. А, зря. Зря хилку. Вы нашли сферу жизни, собираете их, чтобы восполнить запас жизни Ори. Но мне пока восполнять нечего, поэтому я впустую просрала лечилку. Уф. Так, а вот здесь я вряд ли допрыгну. При всем желании даже, да. Так. Уф. Спокойно. Ладно, пусть лежит. Так, а здесь у нас что? Еще одна, еще сферки. Так. Ты еще что за дерево? Нет. До свидания. Вы нашли сферу энергии. Собирайте их, чтобы восполнить запас энергии Ори. Так, а вот теперь мне хилонька пригодится. Но я ее не могу здесь... Да, ну-ка сейчас. Наш первый босс получился слегка клином на самом деле, но... Так. Запрыгните на синий мох, чтобы уцепиться. Вот это прям огонь. А вот это прям прекрасно. Слушайте, обалдеть. Это новая штука. Мне нравится эта новая штука в игре. Мне очень нравится все, что я здесь вижу пока. Да что ж ты будешь делать? Так. Ня. Каменные ключи отпирают врата духов. Каждая врата духов требует свое количество каменных ключей. Ну, это я так знаю. Покажите каменный ключ Току. Угу. Хорошо. Вот это что за фиолетовая хреномантия? Я не могу понять. Вот это вот. Это какая-то... Блин, вот какая-то штучка. Гениально сказала. Объяснила прям как оладушек вообще. Ну ладно. Так. Да, без двойного прыжка все-таки максимально тяжело в игру играть. Непривычно. А вот и ты. Что это у тебя? Каменный ключ? Вот, держи еще один, как я и обещал. Я птица честная, слово свое держу.
Теперь я смогу и дальше странствовать по утерянным шедеврам Нивена, пока они еще есть. А ты можешь дальше чем-то там заниматься. Желаю удачи. Спасибо тебе большое за второй ключик. Задание выполнено. Огонь. Спасибо тебе огромное. Ты очень нас выручил с Ори. Прям безумно. Но только как здесь выбраться, я не представляю. Вот тут вот, блин, я бы могла факелом расфигачить стену, возможно. А может, и не могла. Сложно сказать. Ой, мама родная. Ты вообще что такое? Алло. Ага. А здесь уже и огонь потух. То есть я за вторым факелом-то и не смогла бы пойти в любом случае. Вот это непорядок. Вот это нехорошо. Так, а как здесь сохраняться еще, б я помнила? Так, я могу купаться здесь, да? Да, я могу здесь купаться, господи боже. Что это такое? Хрен его знает. Но это что-то можно, с этим чем-то можно взаимодействовать. Я думаю, в будущем можно будет. Или нельзя, сложно сказать. Так. Фрагмент ячейки энергии. Фрагмент ячейки энергии, духовный свет. Горликова руда. Их изыщить такое, но ладно, потом разберемся. О, хилонька, большое спасибо. Так, здесь у нас тоже разламывать. Так, мне вообще здесь показано. Да, здесь все показано. Осколок духов здесь у нас лежит. Я вас поняла. Ой, мама. Что тебе надо от меня? Ой, мама, родная. Так, я сдохла. А как здесь бить босса, мне интересно? Он меня убил. Игра про смерти, ребят. Про множество смертей.
господи. А чё так жестко-то? Получено достижение опасной ситуации. Ебану мать, чё за дерьмо вообще сейчас было, твою мать. Fucking shit. А чё мне делать теперь? А чё делать? А чё делать? Куда идти? Блин. А чё так жестко-то? Так. Ой, нет, ты... Мать твою! Я могла бы... Ох, понятно. Логово воя тем временем. Так, тут все в костях. Так, я не сдохла. Спасибо и на том. Ага, здесь нужны каменные ключи. Я поспела. Мне нужна хилка и двойной прыжок. Пол царства за двойной прыжок. Кися! Кися! Ори, пожалуйста. Никаких хилок. Хилка! Ох, какое счастье, господи. Сохраниться бы еще по-хорошему. О, здравствуйте. Это похоже на то дерево, у которого мы в первой части с вами изучали навыки. Возможно, это оно и есть. Да. Я оказалась права. Я надеюсь, что нам дадут двойной прыжок. Ну что ж ты, Ори, должен падать как кошка на все четыре лапы. Вновь засиял древний свет. Тем временем Нару и Гумо искали путь во тьме. Ну да, нас потеряли, Ку потеряли, теперь что делать? Вот. Господи, какие еще нешладенькие. О, вот и распогодилось. Туда нас, ребята, унесло. Туда, на соседний остров. Блин, вот эти кисики меня поражают. Хотя они и на кисиков-то не похожи. Блин, не могу понять, кто это. Какие-то мыши, белка, кошки. Или вообще лемуры какие-то. Лемуры, во, я буду их называть лемурами. Ты не как те другие. Тот, что кричит, тот, что вопит. В тебе сияет древний свет. Дерево вспомнило, узнало, засияло. Оно поделилось с тобой воспоминаниями. Клинок духа. Вы освоили новое умение. Привяжите его к кнопке X, Y или B, удерживая LT. Так вы сможете выполнять комбо-атаки. Так, ну, вы атакуете врагов в ближнем бою световым клинком. Давайте на X. Давай, используй свет. Хотим взглянуть. О-о-о! Боже! О, господи! У меня есть меч, ребята. Мне нравится эта игра, у меня есть меч. Господи, это что-то невероятное. Я обожаю эту игру. Эта игра сложная, но я ее обожаю, она офигенная. Так, мои любимые прыжки по стенам. До свидания. Мне нужна хилка. Спасибо. Так. Ведь. Так, ну что, теперь мы с тобой на равных, дорогуша. Пошли в баню. Так.
Вы получили новый осколок духов. С ним вы притягиваете сферы издалека. Для использования нажмите «Ага». Так. Окей. Хорошо. Это... Слушайте, знаете, что мне это напоминает? Мать моя женщина, господи боже. Мне это напоминает Hollow Knight и амулеты, которые там главный герой мог носить. Типа не больше 3-4 за раз. Здесь, походу, то же самое. Прикольно, прикольно. Мне нравится. Пошли в баню. Боже, как мне нравится все, что я здесь вижу. Почему оно все такое прекрасное? Свет тебя слушается. Значит, ты и правда дух. Мы, Моки, думали, что духи давно покинули Нивен. Навсегда. Пока-пока, духи. Ты кого-то ищешь, а мы знаем того, кто поможет найти. Великий. Великий и заросший. Иди к хранителю топий. Кволок поможет тебе отыскать путь. Поговорите с Кволоком, хранителем топий. Моки утверждают, что он поможет вам разыскать Ку. Понял, принял. Так, мне для начала нужно подняться наверх, да? Ну да. А еще можно сходить вот сюда. Короче, у нас очень много с вами путей, куда можно пойти. Так, например, можно пойти вот сюда. Так, что у нас здесь? Так, я понял, какие-то атаки этого странного создания хрен ты, блин, перебросишь вообще. Так, куда я вообще топаю? Я не знаю. Ну куда-то я топаю. Куда-то я должна притопать. Таким макаром, рано или поздно. Куда-то я приду. Так, здесь я запрыгнуть не могу при всем своем желании. Мне это не нравится, но я могу это делать вот такие вот прекрасные вещи. Только не порвись со мной, а, пожалуйста. Ну, в принципе, мне сойдет и так. Так, а я же здесь не допрыгну. Это прекрасно, конечно, все, но я отсюда могу не допрыгнуть. Здесь я допрыгну. О, наконец-то сохраняшечка, господи. Свет из колодцев можно найти в разных уголках Нивена. Он лечит, исцеляет. И это сохранение заодно, господи, какое счастье. Ура. Так. А я могу здесь прокачаться? Нажмите X, чтобы активировать этот колодец духов. Ну я же, ну подождите, а качаться-то где? Восполнить запасы жизни и энергии. Понятно, здесь больше ничего нет. Так. Ага, там у нас проход вниз закрыт, походу. Ну, ладно, ладно, ладно. Таскаться, если что, ребята, мы здесь с вами будем очень долго. Потому что я эту игру ждала, как я не знаю кто. Ага, вот здесь вот у нас... Это у нас здесь проход, который ломается только специальным навыком. Ага. Идите вашу налево. Я вас поняла, мне сюда не пройти пока. Ох уж эти ваши метроидвания, в которые хрен заберешься. Причем самое главное, здесь же я тоже не допрыгну, придется идти по кругу. Ну ладно, хорошо. Игра заставляет меня идти вот сюда. Так, хилоньку мы юзать пока не будем. Потому что кто вообще тратит хилки в наше время? Так, а тут что-то есть? Нет, надо мной ничего нет, но есть что-то подо мной. И есть смысл на это пойти и посмотреть. А, нет, нет смысла, мы здесь не допрыгнем. Такая, а пошли посмотрим. Нет, не пойдем. Так, ну офигеть.
Пошел в баню. Ой, еще и ты здесь. Ах ты ж скотиняка. Все? Да. Я лажаю, но я, по крайней мере, помню, что происходит. Немножко. Не, легонечко я так как это вспоминаю, что тут в игре вообще происходит. Более-менее. Это, я так понимаю, что я просто сейчас пройду с другой стороны, правильно? Да. Мне это пока не надо. Зря только жизни потратила. Но, в принципе, сейчас мы ее здесь с вами и восполним. Спасибо. О, так. Пожалуйста, двойной прыжок, умоляю. О, да, детка. Двойной прыжок. Спасибо. Так, нет, подожди, ты, это не так должно было быть. Вот так это должно быть. Вы получили новый осколок духов. С ним вы прилипаете к стенам. О, вот это хорошо. Раньше под это дело был отдельный навык, если вы помните. Ура, давай на прыжок. О, господи. Ура, давай на прыжок. Довольно, как я не знаю кто. Так, спокойно. 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 Все, замечательно. Ае, огонь. Так, здесь у нас... Секундочку. Я буду смотреть все по карте. Так, у нас тут осталась штучка несобранная. Пошли. Срочно идем за ней. Нам нужно ее собрать. В обязательном порядке. Так, где она находится? Вот она. Здравствуйте. Все. Теперь я довольна. Мы можем отсюда уходить, да? Хотя... Да, можем. Мы здесь все исследовали. У нас вот здесь внизу... Мы можем вот сюда вниз сходить, кстати. Ну, теперь, в принципе, можем, потому что мы... Теперь с вами прекрасно, мы можем прыгать. До свидания. А раз мы с вами можем прыгать. Так, по идее, мы теперь должны сделать вот это прекрасное. Да. Так, отлично. Я поняла, что надо, что мы теперь... Мы сейчас закроем этот луч света и сможем забрать ключ. Так, спокойно. До свидания. Так. Вот так. Супер. Все. Я довольна. Не знаю, как вы, а я довольна.
Как же прекрасно, когда есть возможность нормально прыгать, а? Так, здесь мы сделали все правильно. Да, у нас только осталась закрытая вот эта вот хреномантия, которую мы пока не можем открыть. Так, пойдем тогда наверх. Пошли, сохранимся. Это будет самым правильным решением в данной ситуации. Мы достаточно много всякого сделали. Надо сохраниться. Слушайте, я вот определенно очень сильно скучала по этой игре. Я скучала по Оре. Я скучала по попоразрывающим боссам. Да. Ну, вы видите, да, я, блин, первого босса прошла далеко не с первой попытки, к сожалению. Далеко не с первой попытки я прошла этого босса, что меня прям вообще не радует ни разу, но... Что-то поделать досу. Я вспоминаю. Ой, ты... Ну, это ж надо, а. Ужас. Так, а здесь у нас хилоньки, правильно? Кстати, не только хилоньки. Так, теперь нам надо куда-то налево. О, ну здравствуйте. И до свидания. А! Черт. Так. Все. Оба ключа есть. Так, здесь не забраться, да, никуда? Все проверяем, как говорится, все проверяем. Ага, мы здесь-то и не выберемся, в общем-то, да? Мы только вот здесь можем пройти. Ну да, здесь нам никак вообще. Ори теперь так прикольно забрасывает ключи в дверь. Так, а вот эта вода, по-моему, не очень хорошая. Есть у меня такое ощущение. Я боюсь, что вот эта вода меня будет дамажить. Прикольно. Меч нынче подбрасывает противников. Уф. Так. Так. Начинается в колхозе утро. Спасибо. Так, теперь мне похоже куда-то вот сюда. Правильно же? Ну да, судя по всему, именно сюда мне и надо. Спокойно. Да. Это очень прикольно, то, что Ори теперь прям подбрасывает противников. О. О. Вы нашли фрагмент ячейки жизни. Поищите еще один, и ваш максимальный запас жизни увеличится. Замурчательно. Просто замурчательно. До свидания. Так. Ага. Так, где там эта ячейка жизни? Где-то вот здесь наверху. Сейчас разберемся. Да что ж ты будешь делать? Вот она, спасибо. Ох. Ты дух, что ли? В таком случае трепещи, дух. Пред тобой мок храбрец.
Знаю, неубедительно, но я правда храбрец. Ну или мог бы им стать, будь у меня трофей. Например, ну... Например, череп воя. Или клык, если череп тяжело тащить. Я слышал, как вой сражался с кем-то на востоке. Может, он там и клыка бронил? Господи, ребята, тут побочки появились. Разыщите клык воя. А, где-то вот здесь, да? Неподалеку от того места, где вы сражались. Ой, я забыла, где я с ним сражалась. Где-то здесь? Где я с ним сражалась? Я не помню. Да, что-то с этими я пока не... А! Так, ну это, конечно, прикольно, но... Так, неподалеку от того места, где вы сражались, но я... Я не помню, где я с ним сражалась. Точнее, я помню, я вот в этом месте как раз ходила, где я только что была. Разыщите клык неподалеку от того места, где вы сражались. О, блин. Хилку бы теперь. Так, кстати. Вы получили новый осколок духов. С ним вы наносите и получаете больше урона. Так, а я что? Что? Вы наносите и получаете больше 25%. Следующий уровень. А как его прокачивать? Не вижу я пока, ну ладно. Так, я ж отсюда могу перезапрыгнуть? Могу. Хилоньки, спасибо. А, это дерево. О! Вы освоили новое умение. Привяжите его к кнопке и удерживая. Вы сможете получать жизнь при трате энергии. Окей. Вы исцеляетесь энергией. Прикольно. Очень прикольно. Ну, здравствуйте. Ну, потихоньку-полегоньку я учусь сражаться с этими застанциями. Только куда я топаю? Ага, я топаю за осколочком. Вот это что такое? Люпо. Хз, кто такой? А вот тут у нас руда так-то. А вот здесь вот еще какое-то место, где я не была. Вот здесь вот. Ладно, слишком много мест, куда можно пойти. Меня это напрягает. Так, а вот это мы не можем открыть, прикиньте. 5 штук не ломается. Вот это поворот. Так. Куда мне там надо-то, господи? Куда-то дальше. Твою уметь! Ой. Тороплюсь. Не знаю, зачем.
Я не знаю, зачем я тороплюсь. Это контрпродуктивно. Это вообще не продуктивно, но зачем-то я тороплюсь. Так. Окей, сейчас через низ тогда пойдем. Это было максимально тупо и странно. Я не знала, что мне делать, поэтому просто жала на кнопки. Ага. Держу в курсе. Так, вот мне вот сюда надо добраться. Светлые озера, чернильные топи, подлунные норы. Но мне явно не сюда сейчас. Мне вот сюда. Вы нашли руду. С ее помощью искусный мастер сможет что-нибудь починить. Хорошо. Я счастлива, я могу уходить. Потому что мне вообще как бы не сюда. Ну, типа дальше по сюжету. Как мне нравится. Вот как мне нравится. Как мне нравится вообще все, что здесь в этой игре происходит. Это просто восторг. Так. Можно к этому люку подняться, наверное. Давайте сейчас попробуем. Я не знаю, кто это. Нам вообще не к нему. Ну, давайте пойдем посмотрим, это интересно. И хилку, пожалуйста. Спасибо большое. Да, мы можем сюда подняться. Пошли проверим. Ай. Так, вот я выбралась наверх. А, подождите, вот тут как раз кого-то не... Ути, боже. Мануш. Приветствую. Я Люпа, выдающийся картограф. Ну и буря тут разбушевалась. Жуть. У меня аж карты промокли. Отдам за полцены. Говорят, ты ищешь пропавшую подругу, а для поисков тебе понадобится карта. 50 искр? Да. Так, у меня теперь есть все... О, мать моя женщина, песец. А это что такое? Ой. Ничему нельзя верить. Ничему. Вот, например, эти топи зовутся чернильными, так? Но я решил набрать тут воды, чтобы чертить карты. Только хорошую бумагу зря извел. Знаете, ребят, я все понимаю. Святилище у нас тут. Я все понимаю, но это... Так, у нас тут, в принципе, карта заканчивается. Значит, пойдем посмотрим, что там дальше. И будем на этом заканчивать сегодня. Вы меня извините, но я в этой игре вижу просто второй Hollow Knight. Вот я ничего не могу с этим поделать, но я вижу здесь Hollow Knight. Это Hollow Knight, really? Только в другой обертке. Потому что здесь и амулеты... Которые как бы ты носишь, а можешь и не носить. Тут и картограф, который чертит тебе карту локаций. Уважаемый, Комцумир. Ух ты, ё-моё, вот это что-то конченое. Обалдеть. Пошли похилимся. Ходят тут всякие, вот это вот маленьких ори обижают. Так. Спасибо. Короче, я пока не могу прям от, как сказать, отделаться от ощущения, что это Hollow Knight. Но, честно сказать, я не вижу в этом ничего плохого.
Мне нравится. То есть, мне, я не, поймите меня правильно. Мне нравится все, что я вижу. Просто я очень чувствую здесь вдохновение в Hollow Knight. Да ты что, серьезно, что ли? Кошмар. Так, куда там прыгать-то, господи? Так, отлично. Вы нашли предмет для задания. Отдайте клык воя храбрецу. Так. Уф. У меня есть странное чувство, что я могу залезть еще вон туда куда-то. Да, могу. Или не могу, не знаю, странное. Нет, наверное, все же не. Или могу. Вот направо, видите, вот там зеленая какая-то полоска. Выглядит так, как будто туда можно залезть. Но, судя по карте, нет, нельзя. Ну, странно, в общем. Хилоньку бы. О-о-о! Настоящий клык воя! Уж теперь-то никто не будет смеяться над моком храбрецом. Это тебе. Я не только храбрый, но еще и щедрый. Горликова руда. Спасибо тебе. Ей! Так, теперь бы сохраняшечку надо. Вообще, по-хорошему, еще нужно спуститься вот сюда и забрать вот эту горликову руду. Но, ладно, мы ее заберем, когда пойдем разрушать вот это вот, вот этот пол. Когда мы научимся разрушать полы. А, тут все-таки вот здесь вот что-то есть. Вот здесь вот, вот здесь можно было подняться. Тут что-то было. Ну да ладно. Так, нам сейчас с вами надо пойти куда-то вот сюда. Фрагмент ячейки энергии. Я хочу просто до какого-нибудь ближайшего сохранения-то добраться, в конце концов. Чтобы не тратить ячейку энергии на сохранение. Но я не уверена, что я здесь что-то найду. Спасибо. План. А, вот. Лечилка. Короче, будем, наверное, сейчас пока идти до упора, потому что, ну, мне надо... Ну, мне надо, блин, ребята. Мне надо добраться до какого-нибудь игрового сохранения. Блин, это серьезно. На самом деле, мне очень нравится, что очень многое доступно с самого начала игры. Например, вот то, что можно лазать по стенам. Мы, извините, с вами в первой части чуть ли не ближе к концу игры получили умение. А здесь оно у нас прям сразу. Вот тебе надо, болезный. Так. Нам нужно спуститься вниз за ячейкой энергии. А, это вот эта ячейка, которая у нас, собственно, еще закрыта здесь. Все. Я забываю, простите. Блин, какая же волшебная здесь музыка. Я вот... Знаете, я не хочу из игры выходить еще потому, что здесь бесподобная музыка. Я просто в полнейшем от нее в восторге. Это просто что-то великолепное, на самом деле. А ты мне еще... А Люпы здесь уже нет. А он уже все. Господи, как же эта игра прекрасна, ребята. Просто как же она прекрасна. Батюшки света. Тут можно всю игру просто на скриншоты пустить. Натурально. Так, это вот эти штучки, с помощью которых мы потом будем подлетать наверх. Но сейчас мы этого сделать не можем. Пошли налево.
до самого конца. Так. Ага, спасибо. Стойкость. Вы получаете меньше урона. Спасибо. А то, что я 3 штуки всего могу носить, это плохо. Ну, точнее, может быть и хорошо, но плохо. Так. Сейчас, подождите, карта. Ага, это я... Нет, это я как-то вниз. Короче, тут когда можно будет... Я не уверена, что сейчас в эту воду есть смысл спускаться. Она, возможно, ядовитая. Она выглядит не очень дружелюбно, поэтому мы в нее не полезем. Есть вероятность, что мы просто потом сюда вернемся. Ну, естественно, как, блин, в любом метроидвании, мы, естественно, сюда вернемся потом обязательно. Так, куда я? Вот это я иду уже вроде туда, куда надо. Дайте сохранение, пожалуйста. Если сейчас тут будет еще один босс, я, блин, сдохну, наверное. О. Хочешь полюбоваться видами? Красиво, правда? Родник во всем своем великолепии. С тех пор, как колеса старой мельницы остановились, пришло и ушло целое поколение Моки. А еще говорят, что внутри целая библиотека. Крик? А она-то что здесь забыла? Почему же она покинула гнездо? Может, ей что-то угрожало? Уж точно не ты, ты и Луки не обидишь. Кстати, это надо исправить. Тебе повезло. Дело в том, что я оружейный мастер. Не желаешь отточить свои навыки? На первую покупку действует скидка, так что выбирай с умом. Батюшки Светы. Турель. Рядом с вами появляется сфера духов, которая атакует врагов. Вы наносите врагам мощный размашистый удар. Вы запускаете мощное световое копье. Вы бросаете вперед звезду, она возвращается к вам. Вы поджигаете ближайших врагов. Давайте сферу. Хочу вот это. Используя новый навык с умом, получить следующий будет куда сложнее. Если захочешь проверить себя, здесь неподалеку есть святилище духов. Там можно показать, чего ты стоишь. Мы с тобой еще встретимся. А до тех пор держи оружие наготове и не спускай глаз с неба. Так, новый слух. Чернильное святилище. Офер утверждает, что в чернильных топях у входа в лощину Кволока есть святилище. Окей, значит, мы сейчас к нему и пойдем. Я вас понял. Хочешь улучшить свои навыки? Ну, можно смотреть. О, да, дороговастенько. Спасибо. Так. Турель. Ну, давайте на Б, наверное. Божечки, кошечки, это так прекрасно. Это не сфера, это бабочка. Это прекрасная бабочка. Серия опять длится хреново тучу времени, я, блин, не знаю, но... Типа, кого это вообще волнует? А почему я не могу залезть вот сюда? Так, понятно, ладно. Пока не могу туда залезть. Так, что у нас здесь есть? Здесь пока непонятно что, но нам нужно где-то куда-то вниз. О, еще тут такой десо. А что это такое? А пока непонятно. О, а тут можно внутрь пойти? Или нельзя?
А можно вниз пойти? Тихо. Так. А куда я иду? А, спасибо. Ага. Ой, ёперный театр. О, твою мать. Так, вот я и сдохла. И где я восстановлюсь? Здесь, отлично. Так, а вот туда как залезть? Хрен его знает. Тихо. Сложно. Так, пошли тогда направо сейчас сходим. Спокойно. Тихо. Ну, здравствуйте. Так, оно сдохло. Я еще какое-то достижение получаю сейчас. Непонятно какое. Так. Большой сосуд с духовным светом. То есть я ради этого сюда топала, да? Окей. То есть мне, в общем-то, и не сюда. Эта хрень опять здесь появилась. Да пошли ты, Ваня. Не хочу с тобой драться. Нет, ну твою дивизию, а. Что ж ты будешь делать? А! Черт. Так, понятно. Уф. Господи, запрыгнула, господи, боже мой, аллилуйя. Так, вот эту всю хрень я буду доставать потом, потому что сейчас что-то как-то сложно, я не понимаю, что тут надо делать. Так, чернильное святилище, слух разведан. Нажмите их, чтобы войти в боевое святилище. Ну, хорошо, сейчас подождите. Так, это чтобы отсюда выбраться, видимо, да, правильно? Да. Ну, пошли проверим, что за боевое святилище. У! Мама родня. Так, я сдохла. Я поняла. Ну, короче, я поняла, как эта хрень работает, и я умываю отсюда руки. До свидания. Не, ну в целом я поняла. Так, то есть мне теперь надо... Так, мне, короче, нужно куда-то выйти наверх просто... Мама родная, ты вообще кто? Плюющаяся гадина. Пошла в баню. Ой-ой-ой-ой. Она еще взрывается. Так, здравствуйте. Ага. Окей. Так, а что у нас здесь? А здесь я не могу подняться. Но там что-то вот справа, какая-то хрень. Я не знаю, что это?
финиш гонки. Господи, тут еще гонки есть. Матерь Божия. Я не буду в этом участвовать. Вы меня извините. Так, куда это меня приведет? Это наверх просто. Ага. Мне в любом случае куда-то наверх надо топать. Фига себе! Вы видели, что я умею, ребята? Обалдеть. Тихо, тихо, тихо. Уф. Так, мне куда-то наверх, да? Так, мне нужна хилка. Ага, вот оно. Все, я поняла, куда я попала. Ух. Так. Хи-хи. Я прям не могу вообще. Это что-то с чем-то. Так, мне надо остановиться, ребята. Мне надо остановиться и закончить играть. Так, все, давайте здесь мы сохранимся. Я надеюсь, я могу здесь сохраняться? Нет. А как? Я не могу здесь сохраняться. Нормально. Вы что хотите сказать, чтобы я топала вот прям сюда? Сохраняться? Да не, бред какой-то. Там вон столько всего... Тут еще топать-то? Ну, вообще, достаточно прилично тут топать до этого хранителя-то, ё-моё. Далековастенько будет. Ладно, давайте тогда на этом пока прервемся. В следующей серии посмотрим, где я отреспаунюсь. Я не знаю, где, но где-то я отреспаунюсь. Короче, пока могу сказать, что по первому часу впечатление самое охренительное. Да, первый босс мне немножко так это удивил. Что-то как-то сложно было, я не сразу вдуплила, что с ним делать. Но в любом случае, я безумно рада этой второй части. Мне кажется, что в будущем я возьму свои слова обратно, потому что я не сомневаюсь, что здесь будут уровни, похожие на то прекрасное дерево из первой части. Я думаю, многие его помнят. Как бы то ни было, всем большое спасибо за просмотр, ребята. Увидимся с вами в следующей серии. С вами была Катя. Всем пока.